Всем привет, народ! У микрофона мистер Чейзер. Мы продолжаем проходить кооперативную кампанию Империи Восходящего Солнца вместе со зрителем Лендитером. И по традиции давайте зачитаем брифинг и начнем проходить очень, кстати, интересную миссию. Итак, после успешного разгрома на предыдущем задании, Союз Альянса и Советского Союза распался. Альянс, похоже, полностью разгромлен, но пришло время нанести решающий удар по советским силам. Их последний рубеж – база в городе Киров. Эта база очень крупная, а численность армии Советов нашей разведке не удается получить с высокой точностью, так что нам остается только нападать. Там они построили вакуумные орудия, нацеленные на нас. Однако им требуется время, за которое вы вполне сможете показать им всю силу Империи. Чтобы гарантировать успешность миссии, Император лично поручил выдать под ваше руководство чудо-машину Имперского Палача. С его помощью у вас получится уничтожить советские вакуумные орудия и стереть их с лица земли. Император возлагает на вас большие надежды, командиры. Удачи вам! Первый игрок в этой миссии босс, так как он командует огромным роботом Имперский Палач, его главной задачей стоит выжить. Ну и, конечно, выполнить какую-то основную миссию по уничтожению вакуумного оружия Советов. Правда, делать это нужно за 10 минут. Понял? За 10 минут. Понял. Иначе его самого, сделаем, а также его товарища ждет поражение. Меня, в свою очередь, берет в распоряжение юго-восточную базу, благодаря которой сможет производить боевые единицы, способные защитить как базу, так и Имперского Палача, которому одному, хоть и он и сильный, будет очень сложно справляться, например, с армией, с авиацией. Да, компьютер уже будет иногда ссылать на Палача авиацию, десант, танки, других юнитов под его командованием. Весь город, его база развернута везде. Давайте круто! Обожаю, когда у противника вся карта, а мы должны метр за метром зачищать и страдать. Как будто Сталинград будто чистишь от немцев. Ну, сейчас так и будет, по сути, они же Советы. Ну да. И там ты еще забыл подсказку небольшую. А, Имперский Палач должен выжить, а вакуумное орудие должен быть... А, это ты читал, да? Ну, это просто уже это краткое тут объяснение. Да, блин. Короче, как я понял, это советская миссия с Наташкой номер 2. Типа, ну, да. Первый игрок с юнитом. Только тут с имперцами и с мегапалачом. Ну что, попробуем? Я ставлю высокого бота, если что, потом попробуем на среднем, если вдруг не пойдет. Или на слабик. Let's get ready to rumble! Тейзер Чан. Да, Ледитер Сан. Кун. Или как там они называют еще? Опа. Поздай мощь Империи, сюка! Сюка, это значит, понял? Сука. Блин, на самом деле напоминает одну миссию за Империю. Там была такая миссия. О, прокачанная. У них разве был такой... Этот такая робот? Миссия была, да, я такой робота не был. Блин, он уже покосан, это херово. Так, центровую зону я не вижу смысла уничтожать. Там можно, конечно, но смысла нет. Херово, только то, что этого палача, блин, даже пулеметы прожигают. Ну как же больно. Так, я жду тебя на этой точке. Ты там аккуратнее, там ПВОшки. Ага. Все. Тут не видно. Так, что ты делаешь? Да, сиди тут. Я немножко даже отойду. Так, ну смотри, у тебя воины императора есть. Так, у тебя сзади дома есть. Слушай, у тебя везде дома есть. Рассаживай пехоту по домам. Да, да. По зданиям. Везде сейчас здания. Все занимают здания. У тебя сверху деньги, кстати, есть. Деньги и серп. О! У тебя сверху есть деньги и серп. Ты можешь забрать одного пехотинца, веди на деньги. Веди пехотинца на деньги. Там опасно. Там никого нет. Там серп, и он нейтральный. Ты его можешь, кстати, вроде забрать даже. Пехотинцам обычным. Проверь. Вот тебе деньги. Можешь в серп зайти, нет? Нет. Ладно, пофиг. Все, давай, бери воинов императора. На ножи их, и пусть они всех режут. Да кого тут резать? Да вон. А, ну вот эти. Вон пехота до хера. Вон, они сами здание засели, видишь? Так, ну еще 8 минут, я пока сижу. Сиди, оборону делай. Делай снова эти турелек. Турельки делай. Так, у тебя 2 ресурсные точки. Как это у тебя денег нет? Воинов, а у тебя, подожди, а кто может здание защищать? И кто? А воин может заехать туда, в домик, нет? А вообще, по-моему, вот эти могут. О, понеслась. О, турельки, давай.
Так, я еду вот сюда потихоньку. Подведи туда ребят своих летающих. Просто так. Направь, чтобы они туда шли. Надо не терять время, надо хотя бы приблизиться к верхней части. А вот то, что ты в здание в это не залез, где сейчас противники находятся, это большая ошибка. Ты должен был там сидеть. Ну ладно. Короче, твоя сила — это пехота. Засаживаю я по зданиям, нижнее там здание и так далее. Твоя сила в пехоте. Она у японцев довольно мощная. У меня, кстати, боевой ангел есть. О, а ты можешь эту точку занять? Слетай этим роботом разведы. Блин! Ай-яй-яй, там ПВО! Где? Сейчас. Ну, веди еще кого-то. Через низ. У тебя снизу еще один есть самолетик. Да? Да-да-да, давай. Топ-ин. А вот эти теперь снизу пришли. Хорошо. Так, истребители, бери и мочи их. Они даже пехоту прожигают хорошо. Я бы тебе, конечно, помог, но проблема в том, что я хп буду терять драгоценное. И время. Да не надо. Да, ты просто истребитель. Все, видишь, они прожигают как хорошо. Ставь еще турели и делай еще пехоту. Ну и роботов тоже штучки 4 сделай мне на помощь. Мне буквально 4 штуки от тебя надо, больше не надо. Так, хорошо. Видишь, как. Кстати, я не во все здания могу залезть. А, вот это центровое, да, там нельзя. Но некоторые можно. Засаживайся, как я можешь. Истребителями, воинами императора и так далее. Так, я иду немножко выше, давай. У тебя два этих робота уже прокачанные. Один со звездой, другой так. Но все равно. Да я сейчас еще двух построил. Давай, давай. Я пока иду сюда. Mm-hmm. Возле побережья буду стоять. Веди туда, ребят. И да, пролетает там вот снизу. Там безопасно. А тут можно, кстати, сейвиться во время, нет? Нет, мультиплеере нельзя. Жаль. Я бы хотел засейвить прогресс. Чтобы не перепроходить 10 раз одно и то же. Я выше иду немного. Mm-hmm. Там аптечка, но аптечку, наверное, возьму немножко позже, когда будет совсем хп плохо. Так, и аптечка еще тут одна. И все, да? О, вот еще дальше есть аптечка. Ну, она нужна, да. Меня бьют. А что, они вроде должны были да достаточно меня. Близко быть. Иду. Все. Ничего не могу поделать. А, чего? Это что? Чего? А за что? Это мне разблокировались вышки. За что? Не знаю. В прошлый раз мы уничтожали, когда играли эти, вакуумные орудия. Не, ну окей. Ой, там куча карателя летит. Да, я жду. Никуда не иду, пусть твои ребята их уничтожат, и потом я пойду вперед. Да, подлети немного ближе. Только это не так близко, там ПВОшки. Сейчас, я сейчас ПВОшки эти снесу. Подожди, давай. Все, зря. Работай. Да ладно, ты справишься. Я когда двигаюсь, по мне урона меньше идет. Так, окей. Пока сиди на побережье, пока на побережье будь. Я ПВО снесу, и тогда можешь. Тут вроде ничего опасного нет. Ну, ФАУ-4, конечно же. Ё-моё. Больно. А вот тут надо бежать. Ну, пожалуйста, забери аптеку. Еее. Хорошо. Идем дальше. Так, можете тут помочь немножко? Да тут я базу сейчас снесу, если будет хорошо, сейчас. Тут ты, в принципе, можешь, да, поставить этих роботов. Ну, я бы на самом деле не стал. Блин, ой-ой-ой! Ладно, да, я сейчас понял. Сейчас сделаю. А, блин, там ПВОшку сбоку. Все, нету. Так. Уходи, там эти идиоты, вижу. Да. Как их там, господи, голяфы. У тебя база нормально, да, живет? Пока да. Мочи вертолеты. Вертолеты! Я буду кричать в этой миссии очень громко и постоянно. Так, все, сделал. Еще вертолеты. Да ты не уходи так далеко, тут вертолеты по КД вылетают. Да тут просто этот прилетел. Да ну я их уничтожаю, не переживай. Все, я иду дальше. А подводи себе вертолеты, но близко не подводи, там ПВО. Погоди. Они опять снизу приперлись.
Да пофиг, у тебя там должно быть дофига уже кого. В принципе, да. В смысле, зачем мне снова богатителя? Не знаю. Так, я иду дальше. Мне нужен твой саппорт. 2 минуты у нас осталось, я уже рашу. Аптечка еще одна есть, сейчас заюзаем ее. Хорошо. Мне нужна твоя помощь. Я только чуть-чуть ниже лети, чуть ниже. Там ПВОшки. Господи, как же Фау-4 бахать, ё-моё. А у меня перезарядка способности очень долгая. Ну, надеюсь, хватит. А там куча ПВО. Аптечку бери, аптечку. Да я не могу двигаться, он медленный. Робот этот, дебилошка. 3 ноги, а двигается медленней. Так, хорошо. Ну, мне надо, кстати, еще пожить как-то. Там же сейчас еще эти ребята повыходят. Ну, ты понял. Mm-hmm. Так, сейчас у меня билка перезарядится, я подойду в жару и буду отходить. Давай, ковыляй ты клешнями своими. Ой, там апокалипсисы. Ну, это не опасно, как в АУ-4. О-о, каратели. Угу. Я каменщик, работаю 3 дня. Так, я ухожу. Я ухожу на левую сторону. Отводи, отводи, ребят. Там голяфов дофига. Там еще одна хпшка есть, но пока не вижу смысла ее брать. Отводи, ребят. Да нет, тут защищаться надо. Тут? Там апокалипсисы. А, да, да, галя. Сейчас эти вертолеты, уничтожь их. А я апокалипсисов снесу. Да, защити меня от вертолетов, а остальное все будет легко. Ага. А, они прокачанные все. Блин. Да, ну зато ты прокачаешься. Видишь, какие плюсы? Да, а ты сейчас против апокалипсисов, чё? А, у меня билка, смотри. Ну, по идее, я должен развалить. А, да? Ого! Ну, придется пострадать немножко. Так. Да нет, даже не думай, ты долго будешь их валить. Да-ля, он еще жив. Да блин, какой же он, сука, медленный. Это просто... Ну, убей ты их уже. А, давай, а, все, готово. Так, еще едут к нам ребята. А, там пехота бежит, да? Ну все, сидим перед ним. Ты, кстати, пехоту сам можешь развалить в случае чего. А там, кстати, ПВОшник. Обрати внимание вот на это. Какой же козел. Так, хилок у меня нет, у меня пол хп. Треть. Я бы тебя попросил завалить пехоту, потому что у них там ПВОшники, а ПВОшники это больно. Ну сейчас у меня обилка откадешилась. Угу. Ну там самая проблема для нас, это, конечно, апокалипсис. Я, конечно, могу на воду заехать. А, давай от воды, стой, давай от воды. Я могу выйти с воды, поражать обилку и уйти назад в воду, кадешиться. Mm-hmm. Она кадешится секунд где-то 15, но за это время моего палача могут развалить на металлолом просто. Так, все, я стою тут. Сейчас разворачиваюсь лицом. Сейчас будем от воды работать, потому что апокалипсисы... Ой, галефы, mm-hmm. Или как они там? Каратели, да. Они для меня самые опасные сейчас. Так. А ну-ка. Покажу. Так, ну этого ты можешь сам добить уже. Чем? Роботы. Меня... КДшка долгая просто. Ну ладно. А, да пофиг. Ну одного-то добить ты можешь? Так, у меня сейчас от КДшка способность. Нормально, они из-за границ карты выходят, короче. А, да? Ну, да. Чтобы у тебя жизнь не сладкая была. А, так подожди, да. Это прокачанные молоты, они с пушкой апокалипсиса, кстати. Здравствуйте. Да, это тебе не хер в стакане. Так, интересно, они достанут до меня? Они твоего робота убивают. Ладно. Ну смотри, тактика уйти на воду довольно хорошая, потому что они сидят пердят там, а я могу подойти, вжарить обилкой и сидеть дальше пердеть. Но опять же, они хилятся. Ну не так, думаю, быстро, как моя обилка кдшится. Сейчас я выйду, второй обилкой дам и все. Не, ну, кстати, вот эта миссия, у тебя, кстати, ой, у тебя дофига основ этих турелей, ставь их, ты чё ждёшь? А я не знаю, откуда их столько, кстати, появилось. Защитники у тебя, а может быть тебе привезли додзё, верфи. Чи додзё. Да, возможно, это притащили. Может быть тебя привезли за задания какие-то. На, последний остался. Ой, так добить уже можно.
Я бы не рисковал. Да пофиг. Ощ! Ну, кстати, да. А, они опять приперлись. Ладно. Ну, последний взмах мечом! Все, дело сделано. Я надеюсь, это все. Нет? Нет, нет, какой все, ты о чем? Ну, все цели уничтожены на карте. Блин! Вертолетики! Я тут, тут. Ну, стоим тогда здесь, я не знаю, а что мы еще должны сделать, подожди. Все цели уничтожены на карте. Ну, вертолеты только меня напрягают там и все. Ну, у тебя там прокачаны уже. Захватить нефтекачалки, что ли? Так это доп. Задание. Сложно. То есть мы что, не прошли, получается? Так должны были пройти, но все сделали. Больше целей не вижу на карте. Аптечка, кстати, есть одна. О, там прокачка есть. А я могу прокачать палача? Слушай, давай вернемся назад на вот эту позицию. Я там пойду, по нижней части пройдусь. Похилюсь, возьму это, ранги. Ну, у нас таймер кончился? Да. Тогда, наверное, допы надо сделать. Таймер закончился, все цели уничтожены. Ну, по идее, все. Ну, по идее. По идее. Да. Ну тут на этом острове есть аптечка, я вижу, сверху, очень полезная, надо её забрать. А можно вот сюда сразу закинуть его? Хорошо, они не прокачаны, слава яйца. Они как-то тупят немного, Айрон, пофикси это. Они же по идее нападают. Не надо. Они же по идее нападать должны. Как мне их убить-то? Истребители танков. Или это тяжелая пехота, или истребители танков, или, ну да, или воины императора с мечами. Навыки. Воины с мечами, да. Тоже подойдут. Не, ну по факту мы миссию выполнили, я не знаю. Тихо, не подходи. Ты не ли? Сейчас как тут ультану. Хорошо. Да, ульта, конечно, классная. У робота этого. Долго, правда, ресается, но, в принципе, ради баланса это, наверное, нормально. Ететь у них тут аэродромов. Да, 4 штуки. А, не, подожди, какие 4? Штук 8, наверное, было. Ну, давай, где там ульта? Ну, пора бы уже. О! Хорош. Так, ну эту базу снесли. Что еще надо убивать? Вот. Прям все? По берегу пройдись чуть-чуть. Сейчас пройдемся. Это тут турельки одни. И, наверное, эти качалки. Наверное. Обогатители. Так, ну теперь ты можешь справа пролетать. Вертолетиками. Ну, самолетами. Тут ПВОшек нет. Ну, почти. Есть еще, есть. Ну, вот эти справа. Да я думаю, этих хватит не на базе бы. Желательно подержать парочку, так я посмотрел. Да. У меня, кстати, 10 тысяч, мне бы тебе деньги как-то передать. Было вообще классно. Ну, я пошел тогда все остальное развалить, но я не знаю, что еще нам тут делать. Если, конечно, я в этом цель миссии развалить все, но это очень тягомотно. И так делать не надо миссии. Особенно, когда вот такие сюрпризы в виде ТСВ-труперов вылезают. Да не, не в этом дело. Дело в том, что, типа, ну, блин, в городе дофига нефтекачалок, всяких вот этих вот строений. Блин, это их все искать надо. Зачем? Где-то вы разваливать. Вот где они могут быть? Слетай парочкой. Слетай парочкой вот тут. Посмотри, самолетов. Ну, роботов. Есть там что-то или нет? Ну, как минимум, две эти есть. Не, ну там турельки есть, обогатители. Не, нету. Ну, турельки насрать, они не считаются. И на обогатители надо разваливать. А я так думаю, у них уже негде вызывать их, есть только за границами карты. Только скрипты. Так, а я по мосту умею ходить, интересно?
Ну, то ли по центру есть еще две нефтекачалки. Какие месторождения бы обеднели, если у меня ни одно месторождение еще не обедняло? Не знаю. Хороший вопрос, да? Не знаю. Истощено. Ни одно еще не истощено. Я не знаю, это баг, наверное, какой-то. Карта прикольная, но что-то как-то забагована довольно сильно. Да, с сюрпризами такими. Угу. Так, я пошел по мосту. Ну, там, да. Кто хотел сказать, я там Голиаф. Нет, нету моста. Вот это ты жирный, а? Как поезд пассажирный. А я специально это отправил, на меня полудохлый был. Хотел посмотреть. Блин, а как мне туда попасть? А я, получается, любой мост буду уничтожать, я никак не попаду. Я не попаду, получается, туда. Тогда ты этой авиации сноси. На базу на Бали. О, апокалипсисы. И Кировы. Ну, один, и правда, Кировы. Но все равно. Спаси на компьютер. У тебя там эти юниты открываются благодаря ему. Не, ничего не открывается благодаря ему. Должны. У меня только эти башенки с помощью них. Ну, все равно спаси. Ой, там сейчас минус пацаны твои будут. Угу. Киров упал. Так, ну я по левому флангу, думаю, снесу ему все, что тут есть. А ты уже по правому сноси ему эти обогатители. И центр надо будет снести еще. А, тут еще военные лаборатории. Ага. Ну я, короче, иду потихоньку, наверное, как-то вот вниз. В центр. По крайней мере, пытаюсь. Я был Сёдзе в фигаре. Давай. Так, левую часть я всю пронес ему. Там ничего нет. Даже турели вроде себе посносил. Я правую еще фигарю. Я там даже почти все турели посносил. Я сейчас иду вот сюда. Там есть у него военные лаборатории. 4 штуки. Я думаю, если их снести, может быть, тоже что-то будет. А ты его посноси, обогатители. Они там по центру есть. Там по центру 2 обогатителя. Может, они считаются? О, картинка с Наташкой. Прикольно. Видел? Блин, некогда смотреть потом. Потом посмотрим на картинки. Так, надо до ХПшки ехать срочно. Ой-ой-ой-ой! Как же он шмаляет. Да, это орудие, помнишь, одесское? Артиллерия, да, больно делает. Но это артиллерия. Снес. Так, иду хилиться. Надеюсь, а, да, ХПшка есть еще, класс. Тебе надо эти обогатители снести в основном. Остальное я тут сделаю сам. Вот обогатители, да. Денег нет вообще. Есть у меня такое подозрение, что сейчас... А, у меня... Те? Дохли? Серьезно? Бывает. Нет, эти... Тенгу. А, да? Как это произошло, интересно. А я не так, знаю. Я ему лабораторию снес. Все, тут снизу ничего не осталось у него. Так, я на всякий случай. Так, ну на мост я зайти не могу, так что тебе надо все делать. Вообще точно не можешь? Ну давай еще раз попробую на мост. Я же зашел, и он уничтожился. В принципе, еще с двух сторон будет. Ну вот, видишь. Все. А, не, вот они. Минус мост. Слушай, а ПВОшки не сломаешь справа? Да где? То у меня тут, по сути, одна авиация. А, эти? Сейчас попробую. Тут. И тут. Ну, сверху вряд ли, а вот снизу, да.
Да тоже тут может пролетать вроде как. Так сейчас я тебе 3 штуки снесу и все. Да я так тоже. Я могу пролететь. Я центр полностью пронес. А нет, не могу! Теперь можешь. Нет. Да. Ну там одна осталась. Сейчас я ее добью, попробую снизу. Если получится. Не? Не, тупит. Ну сейчас ультану. О. Она вам сделает свое дело. Ульта. Ну-ка. На. Ну последнюю добивай тогда. Там даже ПВО вроде нет уже, все. Ты пойди добивать. Не, есть там, но нет. Мне даже интересно, типа, если сейчас не засчитается, тогда уже не знаю, что делать. Даже финишная, так сказать. Цель. Да, пинать я это, конечно, долго буду. Ну, сейчас я попробую прийти своим палачом. Может быть, он поможет, не знаю. А вот это не подъем? Ну, для палача, наверное, нет. Ну, сейчас проверим. А, нет. Рили. Не ожидал. Ну, ладно. Неожиданно и приятно. То есть, можно было тут зайти как-то аккуратно по центру. Да, да, надо было, короче, все постройки производственные противника снести. Ну, я не знаю, это тупо. Тупо. Это тупо. Типа, из-за этого миссия удлинилась раза в два. Просто, на ровном месте, потому что тебе надо снести все постройки. Нет, это возможно. И даже, мне кажется, на средней и на высокой сложности это возможно. То, что мы сейчас на легкой чистой попробовали. Но это тупо. Потому что ни маркера задания нет, типа уничтожить эти постройки, да, производственные. Ни какого-то намека на то, что надо базу снести, нет. Тут только методом тыка надо догадаться, что надо снести все постройки противника, производственные. Но в целом миссия прикольная. Наверное, самая интересная из тех, которые мы играли до этого. Там еще миссия с Наташкой была прикольная, да, тоже. Типа с разделением обязанностей. Но это прям, ну, поинтереснее, потому что здесь прям... Тактику здесь прям надо вырабатывать, здесь прям действительно надо аптечками пользоваться, потому что, ну, здесь нет катушек Тесла, которые будут хилить палача, потому что именно катушки Тесла хилили его. Кстати, вместо бы хилок катушки Тесла было бы получше. Да, я бы себя чувствовал более вальяжно, и я бы, так сказать, решал, уничтожать катушки Тесла или нет, потому что если я их уничтожу, я, по сути, избавлюсь от хилки. Я вот как, собственно, проходил кампанию оригинальную, третьего Red Alert, там оставлял специально хилки в виде катушек Тесла, специально их не уничтожал, потому что я мог подойти к ним, подзарядиться и идти дальше. И в этом была фишка. Ну, в принципе, миссия интересная. Чуть-чуть ее доработать, вот чуть-чуть буквально, и будет вообще классно. И, наверное, спам вот этих вот юнитов прям в задницу к Лендитору можно немножко, ну, по-другому сделать. Чтобы они, например, не из-за границ карты выезжали, а из-за границ карты по центру хотя выезжали. Подальше. Да, немножко подальше, чтобы их было видно, кто выезжает, в каком количестве и так далее. А то они выезжают и все, они уже валят все. Да, у тебя нет времени среагировать. Даже миллисекундочки. Вот это я бы тоже исправил. Ну, а так прикольная миссия. Мне понравилось.